Вот новый маленький вид работы. Заломчики накрыты. Такие вещи получаются, когда машину пытаются вынуть из сугроба, берутся за крылья и толкают или тянут. Вот. Теперь посмотрим, как это все в лампочке выглядит. Вот она, зона ремонта. Вот она. Шишка. И вот она, зона ремонта. Плюс еще маленькие тут нюансики. Шишечки можно попробивать. И нужно. Вот линия играется. Сейчас лампу переставлю с другой стороны. Такие красоты. А вот промежуточный результат. Вверху уже нормально. Заломчик ушел. А в нижней части вот видно, еще вмятинка осталась под кантом. Ее надо подправить. Вот, в тени она. Осталось немножко. Первая часть работы сделана. Осталось теперь заняться вот этим заломом. Вот оно, это место. Экранчик подсвечивается. Маленький целлюлит, конечно, присутствует. Здесь. Но это не Mercedes-Benz. Поэтому займемся пока вот этим вторым заломом. Он посильнее, посложнее, чем первый. Продолжаем работу. Ну, вот так вот теперь выглядит крылышко. Немножко, конечно, целлюлит присутствует, но, как уже повторялось,
Это не Mercedes-Benz, и вылизывать его смысла нету. Всем спасибо. Пока-пока, удачи вам.